Всем привет! Вы на канале Ягодный Гриболов. Сегодня я хочу рассказать, как я готовлю фруктовый лед из земляники. Для этого мне понадобится земляника 300 грамм, 3 столовые ложки сахара, форма для льда и кухонный комбайн. Землянику я предварительно промыла, очистила от веточек, листиков и дала стечь в воде. Для приготовления льда необходимо землянику взбить с сахаром в кухонном комбайне. Приступим. У меня получилась вот такая масса, густая. При желании можно ее закладывать в форму для льда и замораживать. Но я добавлю 50 грамм воды. Взбиваю еще раз. У меня получилась уже не такая густая масса, и ее я раскладываю в форму для льда. Лед я разложила. Вставляю в него палочки. И ставим в холодильник на несколько часов для заморозки. Спустя 4 часа фруктовый лед готов к употреблению. Вот в таком виде. Надеюсь, это видео вам было полезно. До новых встреч на канале Ягодный Гриболов.